Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Сергея Лещенко о выводе вашей команды. Сергей Лещенко – искусный манипулятор, находящийся на службе у Григоришина. Это мое мнение, об этом так говорят. Я использую намеренно выражение, которое использует Сергей Лещенко. Так говорят, что Сергей Лещенко, говоря о Игоре Котрицком, забыл упомянуть одну маленькую деталь, что Игорь Котрицкий серьезно платит налоги, в отличие от него. Например, за прошлый год Игорь Котрицкий, народный депутат, заплатил 32 миллиона гривен подоходного налога. Все остальное манипуляции на уровне того, что Аваков делает новую политическую карьеру, на которую ему нужны деньги. Ему так сказали написать, он так написал. Пусть это остается на его совести, на совести журналиста, который не занимается журналистикой, а занимается манипулированием.